Итоги масштабного конкурса «Достояние республики» и объявление победителей состоится в Луганске 21 декабря. А пока что 15 декабря на городском этапе прошедших отбор и попавших в номинанты решили торжественно поздравить и поблагодарить за деятельность, благодаря которой эти молодые люди прославляют свой родной город. Подающие надежды активисты и патриоты, квалифицированные работники, увлеченные разносторонней деятельностью, а главное молодые и устремленные краснолучане были отмечены руководителем городской администрации дипломами и памятными подарками. Дорогие ребята, я хочу высказать вам слова благодарности за то, что вы приняли участие в этом конкурсе. И хочу вам пожелать уверенности в дальнейшем, успехов, звездных побед обязательно. Я хочу, чтобы вы не забывали, что вы будущее нашей молодой республики, поэтому мы возлагаем на вас очень большие надежды. Вручается диплом городского этапа республиканского молодежного конкурса «Достояние республики» в номинации «Детский лидер». Поздравляю. Елена Александровна с 2010 года работает в Управлении труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики. Поздравляю. Городская федерация киокушин-карате Луганской Народной Республики. Номинация «Лучшая молодежная инициатива». Вам диплом. Спасибо большое. Оксана Александровна, номинация «Молодой педагог года». Поздравляю.